Торгово-промышленная палата – площадка для общения предпринимателей и власти. В еженедельном, практически там ежедневном режиме встречаемся с разными секторами бизнеса, пытаемся выяснить, какие проблемы, с чем столкнулись, какие нужны меры поддержки. А вот, наконец-то, дошли уже и до сектора рекламы. Понимаем, что они тоже испытывают очень серьезные потери. С рынка ушли крупные компании, размещавшие рекламу на уличных конструкциях. Щиты пустуют, а платеж в местный бюджет за установку и эксплуатацию рекламных конструкций взимается в полном объеме. Он говорит: слушайте, а давайте мы дадим скидку всем предпринимателям, которые придут в этот трудный период к вам и захотят разместить свою рекламу. Но им тяжело, особенно малым. И мы готовы дать скидку именно тем предприятиям, которые будут готовы разместить рекламу. А по договору с ними мы освободим вас от аренды, потому что я не могу просто взять и освободить. Но этот вопрос еще только обсуждается. Мы еще выйдем на совет депутатов, потому что это идет за счет бюджета, это выпадающие доходы, мы должны найти эти средства. Рассматривался вариант размещения на пустующих площадях социальной рекламы в объеме больше, чем полагающейся по закону 5%. Неделю рекламщики администрации Сергиево-Посадского городского округа взяли на размышление, как помочь отрасли в трудное время с пользой для местных производителей. Оксана Мирошникова, Дмитрий Зайчиков, программа «События».